2015 году я участвовала в конкурсе красоты для девушек с ограниченными возможностями и заняла титул Мисс Ди. И хочу теперь это платье отдать в дар, чтобы какая-нибудь очаровательная особа его приобрела. И тоже удачу ей принесло это платье. Ярмарка «Акция «Я помогаю» стала уже доброй традицией. Придумала ее 11 лет назад Виктория вместе со своей дочерью. Ежегодно они собирают вещи не новые, но в хорошем состоянии и устраивают большую благотворительную распродажу в стенах отеля «Экватор». Рук, которые протягиваются за помощью, очень много. И так родилась акция «Я помогаю». И в этой акции «Я помогаю» как будто бы стоит три точки. То есть сейчас это «Я помогаю детям». Одежда, книги, картины, игрушки – вещи, которым дали вторую жизнь. Цена на них выставлена минимальная, но пользу они еще могут принести огромную. Я не покупаю. Я дарю все, что, насколько я могу. Я сейчас даже не особо выбираю вещи. Я дарю все, что я могу дать другим детям для их здоровья. Организаторы акции всегда заранее знают, для кого собирают деньги. В предыдущие годы они помогали коллеге, которая боролась с болезнью, одиноким мамам, пенсионерам. В этом году благотворительная распродажа посвящена фонду «Сохрани жизнь». Все средства пойдут, опять же, на потребности для детей с онкогематологическими заболеваниями. Это перелеты, лекарства, те, которые не ходят в бесплатный перечень медикаментов. Аукционы, дефиле дизайнерских масок стали еще одной частью ярмарки акции «Я помогаю». Супруга губернатора Олега Николаевича, Ирина Валерьевна, ее нет, она в Москве, но она из Москвы прислала вот такие вот замечательные сумочки. Итак, начальная ставка 500 рублей. Вещи, которые не купили, передадут в центр «Живая надежда». Там проживают женщины с детьми, которые попали в трудную жизненную ситуацию. А какую-то часть отвезут в районы, где были пожары, и отдадут многодетным семьям. Алина Черненко, Игорь Болтов. Новости на Восьмом.